что ж... Как вы здесь оказались? Вам повезло, что я без оружия. Ничего страшного, у нас свое. Итак, девочки, мое правило гласит: получил задание — поймай беглеца. У нас явно есть способности к этой работе. Что, если мы станем лучшими охотниками за головами в Атланте? Что нам мешает? Hola, Carolina. Yo soy Trabajo. Нам понадобится алиби. Девочки, они такие молодцы. Да. Что ж, увидимся дома. Перестаньте. Мы с Люком занимались сексом. По-настоящему? Да. Значит, теперь из нас двоих ты распутнее. Я теперь одинокая женщина и хочу встретить кого-то интересного. Привет. Круто. Ой, приветик. И вообще. Просто на меня столько всего навалилось. И дебаты, и ЕГЭ по химии. Я не знаю, за что хвататься. Каждый берет по две коробки сразу. Работаем! Слушай, я так есть хочу. Не знаю, что вы задумали, потаскушки, но я вижу, что вы лжете. Меня это заводит. Тебя все заводит. Они голые? Вот вам, твари! Мы умело сочетаем личную жизнь с работой. И чего женщины жалуются? Это же так легко сделать. Мы должны держать это в тайне. Ты права. Клятва двойняшек. Мы поймали беглеца. А она сегодня занималась сексом. Боже. Да, и я горжусь ей. О, спасибо. Ну и странные вы.